Всем привет, карта хайджекет, kill confirmed. Kill confirmed. Kill confirmed. Надо как бы немножко рассказать, что было до этого. Мы сильно проиграли прошлую карту. Так немножко разозлился. Взял короткое оружие на маленькой карте. Так начал немножко их убивать. Kill confirmed. Тупо кончились патроны, блин, последнего зарезал. Так, на большой скорости проходим. Еще раз, ну, хочу сказать, что на маленьких картах используйте короткое оружие, оно более эффективно. Посмотрим, как этот участок проходит. Просматриваем все. Пытаемся вот видеть, кого там радар. Их убил. Опять та же самая история. Прорываемся туда к ним на респаун. Струляем их. Как можем. В принципе, кирпакиш плохой, блин. Он неэффективен на хардкоре. Не хотел убрать, позвал кого-нибудь. Чтобы взяли, пока, блин, звал, короче, не заметил, что сзади враги. Все, видите, как он наполучает товарищ с этой... с машин. Hostile death machine spinning up. Тут выходим таким образом. Просто, ну, просто надо смотреть. Посверяем двери. Он на балконе, кто-то там постреляем, блин, убежал. Здесь вот с death machine человек умер. Опять дверь, врывается, тут покрутимся. Перезаряжаемся в укрытии. Слышу, вот он, что слева там идет с Death Machine. Еще раз его убил. Здесь смотрю UAV. Снимаю второго. Ну чуть не успел, блин, убил меня. Опять зарабатываю кирпакич, все остальное. Немножко жду кирпати, жду его за углом, блин, чтобы меня не убили. У меня миссайл. Еще миссайл. Блин, надо осторожно с этими ракетами, можно своих поубивать. Собирайте баджи, потому что, блин, ну это важно, эта игра в этом и заключается. Тут посмотрел, что-то не понял, потом, а, там же наш. Здесь у них UAV, блин, они нас так немножко покрошили, блин. Они нас видят. Вот бросает гранат, значит там кто-то будет. Ну и, соответственно, выскакиваем, убиваем. Здесь, блин... МП в меня бросили, блин, у меня прицела нету, так стреляю. Со временем легко стрелять и без прицела. Опять на UAV. И опять тупо кончились патроны, блин. Здесь, блин, пока все бросал, короче, они спауниться начали отсюда. Так немножко пострелял, но меня не видит. Взял кирпаки, что-то меня, короче, ну, завалили. Это место так проходим. Просматриваем. А вот здесь вот лег вот один, ну, блин, не перескочить через него, блин. Так бы я выскочил, убил бы, но вот. Не за него зацепился, меня, блин, убили. Аккуратненько выходим, среднего прицеля, вот они здесь выскочили. И опять раздачу туда им, блин, выдаем. Да, в спину, блин, завалили. Ну, все равно кирпакиш заработал. Опять жду. Навалились, нас там убили. Вернусь, возьму кирпакиш. В принципе, на этой карте я, ну, только знаю одно место, куда поставить Guardian. Это вот там наверху, сейчас я его установлю. Во всех других местах они могут забежать со спины, короче, но его уничтожить. А здесь он более-менее стоит. Только UAV-гранаты, его можно уничтожить.
сзади кто-то сейчас бежит, сломя голову. Проем, соответственно, получает. Смотрим тут дверь, смотрим вверх. Опять вот кидает гранат, значит кто-то будет там. Просматриваем дверь. Просматриваем. Ох, и ракета. Аккуратненько отсюда сразу лестницу просматриваем. Пошел, ну вот мой гардиан там зарабатывает что-то. Сверху посмотрим балкон, посмотрим вниз, посвечиваем. Левый угол просматриваем. Ну, вот. Здесь немножко меня снимают. Не успеваю прицелиться. Я кто-то там кинул гранату, ну, а их там двое, думаю, завалят. Ну, завалили они его, короче. Опять там кто-то прыгал. Здесь они, блин, потерялись. Это тоже место хорошее для покемперить. С этого мусорника, блин. Там граната пролетела, убежала от гранаты. Здесь хотел выбежать на респауне, так немножко пострелять. Никого нету, блин. А тут один из сидел, кемперил так активно, блин. Завалил меня. Молодец. Здесь тоже, блин, ниоткуда там, блин. В принципе, такое. Убивание народа. Be advised, hostile UAV incoming. Здесь вот. Hunter-killer drone deployed. Такая, в общем-то, игра, блин. 49, сколько? 49-19. Ну, с таким счетом, как бы на злости все вот так вот. Большое спасибо, что смотрели. Посмотрите еще раз, так поймите некоторые моменты. Большое спасибо, до свидания.